Здравствуйте, дорогие мои зрители. Меня зовут Оксана, мне 46 лет, и за 15 месяцев я похудела на 60 килограмм. Но сегодня не совсем об этом. А вернее, не только об этом. Сегодня я хотела бы подвести итоги за год. Что произошло в моей жизни, какие были перемены. Начну с того, что ровно год назад я была на 10 килограмм тяжелее, была еще в процессе похудения, и в апреле месяце я достигла желаемого веса. 9 месяцев я уже нахожусь на стабилизации, то есть на удержании веса. Я научилась не только худеть, но и не набирать лишние килограммы. Также хочу рассказать вам о моих физических достижениях. Когда я сегодня открыла приложение от фитнес-браслета, да, я просто обалдела. За год я прошла 2044 километра. Обалдеть! Нашагала 2 миллиона 700 шагов. Это в среднем я проходила в день 7600 шагов. И только ходьбой я сожгла 57 800 калорий. Цифры, конечно, приблизительные, да, их мне показывает мой фитнес-браслет. Насколько они там прям правильные, ну, это, в принципе, и не важно. Далее хочу рассказать про свою деятельность в соцсетях. В феврале 2021 года я записала свое первое видео на тему похудения и выгрузила его на свой тогда еще цветочный YouTube-канал, хотя на тот момент я уже цветами не занималась, не мастерила. На этом канале у меня почти 8000 подписчиков. Вот. И по питанию меня просили просто показывать свои тарелочки, да, рассказывать, как я худею. Я расскажу чуть-чуть позже, кто об этом меня просил. И поэтому я решила на этот, раз у меня канал есть, да, на этот канал выгружать свои видео. Вот. Ну, раз я занялась этой теме на Ютубе, да, конечно же, мне хотелось, чтобы как можно больше был охват, как можно больше людей видели мои видео, да, кому это может быть нужно и полезно. Но просмотры, конечно же, не росли, потому что канал был создан по цветочной тематике, подписчики были по цветочной тематике, похудеечные видео мастерицам были неинтересны, и YouTube меня просто перестал рекомендовать. В общем, параллельно с этим каналом я 12 апреля зарегистрировала свой новый канал «Оксана Лайф. Новая я». И стала загружать видео на оба своих канала. Вот. Сегодня ровно 8 месяцев моему похудеечному каналу, новый который, и на нем сейчас 1640 подписчиков. И сегодня ночью мне пришло письмо от YouTube, я стала партнером с ним, и мне подключили монетизацию, то есть видео теперь будут приносить какой-то доход. Чему я, конечно же, рада, так как запись видео и монтаж, загрузка, да, занимают очень много времени, и это, конечно же, труд. А любой труд, хотя бы минимально, но должен оплачиваться. Также 9 апреля я стала загружать свои видео на Яндекс.Дзен. На данный момент у меня там 1200 подписчиков, и уже 3 месяца видео там тоже монетизируются. Ну, доход, конечно же, копеечный, но все же не бесплатно. ТикТок. Там у меня 4800 подписчиков. И год и 5 месяцев я веду чаты худеющих после семинара Сергея Станиславовича Смелова. Семинар психологической коррекции веса. И именно эти девочки меня и сподвигли начать записывать видео по похудению, видео с моими тарелочками. Девочки, вам огромный-огромный привет от меня. Спасибо вам за то, что вы меня вот сподвигли на это все. 25 декабря я начала вести свой канал еще и на Рутубе, то есть это русский, да, YouTube, так скажем. Потихоньку сейчас заливаю именно с самого начала все свои видосики тоже и туда. Эти все цифры я озвучиваю, чтобы зафиксировать их в этом году и в следующем году просто посмотреть, что изменится еще за год. Совет всем блогерам хочу сказать, если меня таковые смотрят, если вы делаете что-то очень полезное, да, что может принести пользу многим людям, старайтесь охватывать все площадки, которые только возможно. А вам, дорогие мои подписчики, YouTube-канала, Дзена, ТикТока, будущим подписчикам Рутубе,
и девочкам из чата Сергея Станиславовича Смелова я хочу выразить свою признательность и благодарность за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые комментарии и искренние пожелания. Еще хочу, чтобы в комментариях под этим видео вы написали, какие у вас произошли изменения в этом году. Будет очень интересно почитать. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. От души желаю, чтобы радостное настроение праздничных новогодних дней сохранилось у вас на весь год. Счастья, здоровья вам и всем вашим близким. Любви, добра, согласия и мира. Пусть все мечты, что вы загадаете в новогоднюю ночь, обязательно исполнятся. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Для меня очень-очень важна обратная связь. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока-пока!